звук пойдет. Подойди к ним ближе, снимай его крупно. Значит, наши правила будут заключаться в следующем. Не бить человека, у которого шлем тоньше метра, миллиметра. Лицо никогда не бить. Даже если лицо защищено маской, полумаской. А если на голове топ-хельм, защищающий лицо полностью. В лицо удары запрещены. В шею и горло удары запрещены. Повернись немножко. Совсем повернись. Удары в позвоночник строго запрещены. Повернись обратно. А плашмя? Удары плашмя запрещены. Вообще удар должен быть фиксированным. То есть вот такое попадание. Он не должен быть ни плашмя, ни, он не должен быть. Почему нужно тренироваться, ходить на тренировки, например? Тем более колющие. Колющие запрещены строжайше. Только копьями. Это табу. Да, 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 я знаю. Вот. Колющие запрещены. Насчет еще ударов. Удары не должны быть спонтанными какими-то, которые сами себя травмируют. Да, вот этих не должно быть. Удары должны соответствовать определенной геометрии. Если что, на первых мероприятиях можем людей дисквалифицировать, если они будут драться как хотят. Это я предупреждаю. Дальше. Ударная зона до локтей, корпус, до колен и пах. Не ударная зона. Это правило. Значит, бой происходит в двух форматах. Это похитовый бой, когда человеку изначально начисляются хиты. Если на нем только стеганый доспех, то это всего лишь один хит. То есть, грубо говоря, одно контролируемое попадание, одно... Здесь есть, да, Кольчуга? Да. Одно удар, вот этот, все, он выходит... Он либо ложится, либо встает на колено. Но при этом его меч должен валяться, ну, его оружие должно быть не в его руке. Если оружие утеряно, то... Если оружие утеряно, человек имеет право подобрать его. Если успеет. Или если нет? Успеет. А что еще является причиной? Ну, то есть, стеганая защита – это один хит. А кольчуга – это два хита. А человек, который вооружен... который обладает шлемом, гобером, скажем, как у меня, и, ну да, и, например, еще кольчужными шоссами, у них, у нас нету их, его можно будет поразить лишь, либо пока он не сдастся от усталости, травмы, ну, не, не квалифицированные травмы, как травмы, серьезно, я имею в виду, что там, ну, при серьезном ударе, если он будет свален на три точки, при этом подбор оружия не считается. Если уложил на лопатки, это считается на три точки? Три точки, три точки. Если находится на земле три точки, человек проиграл. Что? Нарушение, естественно, правил тоже выводит человека из боя. И засчитывается как его поражение. Чего на меня так смотрит? На тебя стоит так смотреть. Дальше. Ну, пожалуй, все. Оливер, да? Ну, давай. Ну, просто... давай. Если что, кусай его за пятку. Не, дистанция слишком близкая. Ты просто набросил тебя. У тебя там есть или нет? Здесь справа нет. Ну они попали сейчас лёгкое касание. Только слева. Только слева. Опа. По тыкве. Ну,
как-то так. Пока как-то так.